хорошему точно не приведет. Сорокового, а вот его уже убрали. Ох, прошел КВшка. Жалко, надо было бы отсюда прямо его и подцепить. Ну, ладно, будем продвигаться туда. О, появился на нашей улице. Обойти незаметно. Вот еще, вот стоит какой красавец. Вот уже. Ох, взяли без меня. Ага, вот еще кто-то. Кто-то еще. Так, это придется тогда немножечко отойти. Т-28. Ну-ка выходи. О, стоит. Ну, пробивается нормально. Есть пробитие. Вот. И уничтожили. Отлично. Не успел даже повернуться. Мы его взяли. Так, а тут-то у нас, ага, Су-85. Су-85. КВшка еще сзади где-то стоит. Да, что-то вот тяжеловато взять. Ну ничего, пробуем. Уже КВ-1 подходит к базе. Угу. Вот, тут не успеваю немножко. А помочь-то надо. Справился, молодец. Вот. Ну, я смотрю, уже там к нашей базе подошли. Вот. Так, мы берем. Ага. Они вроде бы взяли. Силы равные, но я так думаю, мы сейчас первые, которые будем брать нормальную базу. Что у них там произошло, не знаю, скорее всего. Скорее всего, они мчат сюда. Чем быстрее. Да, так и есть. Вот КВ-шка уже. Не знаю, осталось 2 секунды. Да, мы выиграли. Мы выиграли. Мы взяли их. Вот, успели. На последней секунде. Но все равно мы выиграли. Да, супер. Южный берег. Шанс на победу 63%. Плюс. Я думаю. Ну как пошли быстренько. Вот, просят о помощи, значит. Двое пошли, буду третьим. Ну, там уже бой начинается. Попробую в этот раз пройти по этой линии. Вот. Вот и здесь что-то получится. Неизвестно, сколько сейчас движется в нашу сторону. Вот. Первый есть. Первый есть, наверное, одиночка. Может прямо сейчас и попасться. А, все. Взяли без.
какой-либо, без какого-либо усилия. Ну, попробую я пока сверху пройтись. Вот подсвечу кого-то. Ага, есть, есть такой мальчик. Еще раз. Отлично. Наверное, меня не видит. Супер. Так, стоп, стоп, стоп. Вот это вот, вот это мне не нравится. О! Красава. Еще один сидит. Ну, это где-то за горками. За горками меня не интересует. Ладно. Пойду пока сюда. Сильно там. Ну да. Сильновато, но непонятно, кто это. Так, попробую. Ага, вижу, вижу. Вижу его. Два раза пробил. Супер. Так, что у нас тут? Ага. Справа, слева. О, сидит. Да, не успел. Ну, немножко надо, конечно, пошустрее, но. Так, сколько? Еще двое, да? Еще двое. Ага, вижу. Вот это за горочкой. Один. Ну, не знаю, как я здесь. В принципе, можно попробовать спуститься. Аккуратненько так вот. О, давай, 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 давай. Ну, прошел нормально. Ну что, поехали, еще двое осталось. И, в принципе, наших всего двоих повредили. У них осталось двое. То есть. Ну что, можно сказать, супер. Просто супер, супер он. Вот, нас много. Вот. Все, этого завалили. Вот. Кто-то сейчас, я в шоке, пишет. Вот. А что быть в шоке? У нас только двоих. О-о-о. Хлопец. Да, мы выиграли. Победа. Вот такой танк сражался. Вот. Прочность 480. Урон. Очень, скажу, хорошая пушка у него. Допустим, последний. 7,5 сантиметров. Вот. Средний урон 125. Вот. Пробивает практически все. Вот. Дальность связи 550. То есть достаточно. Мощность двигателя 300. Ну, вот скорость 38,8, то есть достаточно нормально. Можно играть. Так что в бою показывает себя неплохо. Конечно, броня не очень сильная, но играть можно. Поставил средний противоосколочный подбой, досылатель среднего калибра, вот. Ну, естественно, маскировочные сети. Вот и все.